Здравствуйте, дорогие друзья. 140-й псалом. Я очень долго ждал, когда мы до него доберемся. Более 3000 лет назад наш праотец Яков молился Богу, чтобы он избавил евреев от страшных бед, от катастрофы, которая предваряет эпоху Машеха. Сказано в этом псалме: «Не дай Господь сбыться желанием злодею». Многие говорят, что эта речь шла в первую очередь о Германии, о замысле Гитлера уничтожить всех. И, ну, немножко и для нас. Сейчас мы к этому вернемся. 140-й псалом во всех древних книгах написан, считают, за то, чтобы не было плохих чувств между мужем и женой. За преодоление вот такой вражды, которая может возникнуть, не дай бог, между такими близкими людьми. И вот для этого преодоления этого считается псалом. Для нас же это псалом номер один сегодня. Уникальный псалом из всех 150, доказывающий нам, что псалмы живут в нашем времени. Тегилим 140-й. Скрыто слово, много хидушим Торы, там написано, что вот здесь скрыто слово Хамас. Гематрия Хамаза, Газа, Плештим, все в этом псалме. В Тегилим 140-м три раза упоминается слово Хамас. Откройте, кто, посмотрите. Как разбой и грабеж. Два раза упоминается слово война, милхаман. И как будто Давид Амелех пишет сейчас нам вот в наших днях. Написано, что чтение этого псалма с большой каваной, с большим внутренним настроем, обращаясь к Богу, поможет нам победить вот этот самый, как его мягче сказать, Хамас. Поэтому, читая этот псалом, мы помогаем всем. Себе, людям, армии обороны Израиля и победе над вот этими вот паразитами. Браха ва-ацлаха.